в Одессе стартовал очередной сезон бизнес-лиги «Игр что, где, когда». Первая встреча собрала знатоков-любителей на территории коворкингового пространства «Хаб Одесса». Расширить свой кругозор решила и наша съемочная группа. Только один из предложенных вам вариантов ответа не является болгарским именем. Вариант А – салфетка. Вариант Б – нафталин. Вариант В – контрибуция. Вариант Г – феназепам. Вот так с юмором стартовал новый сезон игр «Что, где, когда» в Одессе. За 3 года проведения интеллектуальных соревнований в городе сложилось уже больше 15 команд знатоков. Как правило, в команде собраны люди, работающие в одном коллективе, занимающиеся одним и тем же делом, или просто группа друзей. Технология игры проста. За 1 минуту команда должна записать ответ на вопрос на ббланке и сдать его распорядителю. Всего 3 круга по 12 вопросов. Побеждает команда, давшая больше всего правильных ответов. Общая командная игра, кто-то знает, кто-то не знает. Подсказывают друг другу. Сложного ничего, тем более это больше развлечений. Думаю, 50% ответили правильно. Сюда приходят менеджеры, бухгалтеры, продавцы, политики и не только. Людей из разных сфер деятельности объединило одно – желание провести свободное время интересно. Большинство людей знает телевизионную версию, будь то российскую или украинскую, а поучаствовать самому в этом всегда очень интересно. Это замечательный альтернативный способ времяпрепровождения. Хватит просиживать на диванах. Давайте выходить, давайте встречаться, давайте думать в нужном направлении, тренировать свой мозг. Стоимость участия в игре – 150 гривен. Сумма, собранная с участников, покрывает расходы на аренду помещения, оборудование, расходные материалы для проведения игры. Есть и призы. В основном – символические. Сувениры, алкогольные напитки, книги, футболки. Каждый месяц организаторы проводят по 1 игре. В этом сезоне запланировали 12 встреч. А еще всех желающих посоревноваться в эрудиции ждут новые форматы мероприятия – брейринг и эрудит-квартет. Наталья Костенко, Алексей Сорокин, 7 канал.